Сотрудники ОВД Брестского облсполкома всегда большое внимание уделяют детям. Забота о подрастающем поколении в приоритете. Они посещают коррекционные центры, детские дома, социальные приюты. В этот раз в рамках Международного дня защиты детей они навестили ребят, проходящих лечение в детской больнице. Естественно, не без подарков и веселых конкурсов. Совместить приятное с полезным. Малышам рассказали о том, как правильно вести себя на воде, на дороге, дома, на улице. Рассказали маме с папой, чтобы те передали милицию, правильно? А ты мне ответь, пожалуйста, на вопрос. На какой сигнал светофора дорогу перейдем? Прежде чем на зеленый пойти. Оглядеться. Да спокойно. Вперед, назад. Вправо-влево. Влево-вправо. Молодцы, дай им подарки. В общем, милиционеры сделали все, чтобы предупредить возможные несчастные случаи. Сегодняшняя акция под девизом «Путешествие в страну безопасности» правоохранители Брещины приняли решение провести в детской областной больнице. Ведь здесь находятся те детки, которые нуждаются в заботе, которые нуждаются в ласке, которые нуждаются во внимании. Ведь именно проведением различных профилактических мероприятий, позитивных мероприятий, мы надеемся на их скорейшее выздоровление. Квесты, викторины, игры – все исключительно на одну тему – безопасность. К акциям Министерства внутренних дел на регулярной основе присоединяются представители компании «Белгострах». Детский травматизм, он очень велик, что нужно каждого своего ребенка страховать, беречь. Ну, в принципе, как я сам являюсь отцом, что это очень больно, когда с ребенка происходит какой-то страховой случай. Безусловно, руководство детской областной больницы с благодарностью относится к подобным акциям и всегда рада видеть сотрудников в форме. Но для врачей самое главное – здоровье. Здоровье детей. Давно у нас не было гостей, скажем так, поэтому мы очень рады, что сотрудники нашли возможность приехать к нашим детям, поздравить их с началом каникул, с началом лета, принести какие-то подарки, еще раз напомнить детям меры безопасности, меры поведения на дорогах. То есть это важно в начальный день лета. Сотрудники милиции дальше продолжат в игровой форме информировать подрастающее поколение о правилах безопасности жизнедеятельности. Однако в первую очередь это должны делать сами родители. Тогда у людей в погонах освободится время, чтобы встречаться с детьми просто так, без повода.